Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, чем занимаетесь? Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я работаю на госслужбе. А почему вы решили купить украшения? Собираюсь сделать предложение девушке. А вы сравнивали предложения каких-то других магазинов? Я рассматривал варианты сетевых магазинов, но они мне не подошли. А что для вас стало решающим при выборе нашей компании? Решающим стало, что вы работаете исключительно с природными камнями. Спасибо. А были ли у вас какие-то опасения или сомнения перед покупкой? Опасения всегда есть, но мне очень мило рассказали все, и они улетучились. Спасибо. Какой результат получили? Я купил очень приличный камень, кольцо, и очень доволен. А по шкале от 1 до 5, насколько вероятно, вы рекомендуете Пьер своему другу или коллеге? Максимально. Спасибо большое. И последний вопрос. Что вы можете посоветовать людям, которые еще не решились на покупку украшения? Решайтесь. Спасибо большое. Желаем вам удачи с предложением. Спасибо.